Так, если сейчас мы будем записывать Control Rebirth, который уже вышел на Nintendo Wii. Сейчас посмотрим заставочку. Что это за место? Доброе утро, мистер Билрайзер. Билрайзер Контра, это мое имя. Так точно. Хорошо, если ты так говоришь, тогда я должен быть Билрайзер и Контра. Билрайзер у меня... Да короче, ладно. Галактический гиперпрезидент. Кто хочет, на Википедии прочитает. Так, а вот тут придется сделать следующее. Так как у эмулятора Dolphin немножко дурацкая там система читкодов, то я как бы начну, посмотрим все равно первую заставку перед самой игрой, но потом я быстренько загружу состояние, где у меня уже будет 100 жизней. Играть буду так же, как в прошлый раз. Так, Контра, год 2633, глава Саламандр, силы неосаламандров путешествует назад в 1973, чтобы устроить вторжение на Землю. Вот этот 1973, это, насколько я помню, именно как бы год, год событий самой первой контры на Денди или на игровых автоматах. Они приземлились в Центральной Америке и захватили полуостров Юкатан, руины Шизаука. Ну, вроде да, это вот то самое, где происходила первая часть контры. Так, чужие планируют разрушить, уничтожить всю примитивную контру на Земле, ну, первую контру, как бы. И вот, значит, в то время как Земля окружена этими силами Зелос, галактический президент решает, короче, отправить туда героическую контру Ланса Бина, чтобы исправить ситуацию. Но все коммуникации с Лансом обрезаны. Эти чужие так просто не уйдут, короче. Билрайзер, последняя надежда, контры, берет свой автоматик и, короче, фигарит. Ну, будем за него играть. Вот, все, вот здесь сейчас у нас 7 жизней. Но я вот так эффектно мы появляемся. Я загружаюсь в состояние, где у меня уже 99 жизней. Все, продолжаем. Так, ну, начало явно тоже для того, чтобы всех порадовать. И вертолет сразу, и... О, ну все, сразу. Так, так же как... В Контре 4 тут по умолчанию нам дается автомат, который хотя бы... О, так, да, сразу ураганный темп. Как и завещал. Так. Я правильно? Нет, неправильно, блин, ну ладно. Так, надо будет выучить, как... Так, наверное, Б, да? Б, да, точно. О-о-о-о-о. Это даже лучше. Так, за окном у нас он тоже... Какая-то погонь тут бесконечно нарождающиеся, тоже какие-то там чужие. Кстати, вот как мозги они напоминают О-о-о, когда я даже не... Я даже не понял, кто меня. Немного... Так, блин, я что-то сходу... А как тут останавливаться? Так, блин, некогда останавливаться, да?
Так, вот этого босса я припоминаю. Это промежуточный босс, не основной. Так, а вот сейчас будет основной. И вот с ним уже придется помучиться. Так. Все, тут нужен контроль. Так. Блин, что-то вот... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Блин. Есть. Так, первый уровень пройден, 8 жизней. Ну, так себя. Можно было лучше. Как и всегда. Так. Итак, значит, космический корабль с контрой обрушился на Землю. Капитан робот БРУ-9 Брауни послал сигнал на родную планету. Так, но без... Короче, к нам как бы присоединяется вот этот робот. Так. О, явно отсылка вот к Контре 3. Как на Super Nintendo Contra 3 начиналось. Да. Да, вот эти... Так, тут вместо собак какие-то вороны. Но вот именно окружение... Так, кстати, так же, как в Contra 4 у нас оружие... О, вот это... Ага. Ну да, фиг угадаешь. Если не помнишь, то фиг угадаешь, конечно. Так, что-то он призагнулся. Так, я не помню, кстати, вот сколько тут стадий. По-моему, меньше, чем... Да скотина. Так. Да, давай. А, ну вот, тут будет отсылка у нас к первому боссу. К первому боссу первой контры. Здесь эта отсылка выполнена вот таким образом. Тоже являюсь мини-боссом, который... Ага. Так, ну нормально. Ага, вот тут полетели. А, блин, гады. Ну ладно. Ага. Опять же, да, отсылка к вертикальной стадии в той же Contra 3. Так, мы просто отражали в него его же снаряды, получается. Так. Блин, а как? Понять не могу, вот я вот. Что-то не может быть, что тут нет вот этого режима, когда мы стоим на месте.
стреляю в любую сторону. Блин, ну вот как против этого я должен был. Да я... Ну тут уже, конечно... Вот как от этого уходить я тоже... А! Блин, а не может ли быть так, что тут есть подкат, а? А, его же башкой, который в самом начале уровня улетел в облака. Так, тут нам показывают, это вот типа директор Саламандр. Скетч его, это больше догадывается о его форме. Но контр должно свергнуть этого диктатора. Ну, логично. Так, о, обычно вот эти уровни... Обычно. Да, этот уровень такой. Короче, да, тут не время экономить патроны, как говорится. Тут лучше отстреливаться из всего, что есть. Все равно погибнуть придется. Если не от пуль, то от всяких сумасбродных трюков, которые... Ай, ну блин, вот на самом деле, ну ладно. Твою дивизию? Вот я говорю, тут погибнуть придется все равно. Так что экономить какие-то боеприпасы там смысла нет большого. По крайней мере, не в моем случае. Так, вроде отбрехались. О, это что? А, там были... Ладно. Ну да, такой тоже динамичненький уровень, как говорится. Быфас. Пейсет, как говорят. Вот, вот так на самом деле предполагалось. Ну вот как от этого тоже вот можно было уклониться. Да, о, нифига, блин. Ну это же шмап какой-то. Да. Ну вот, вот это вот, если... Не, ну это реально шмап. А, все, понял. Ну да, там походу есть. Так, ну если вы думаете, что это все, то ни черта не все. Я припоминаю, сейчас, по-моему, опять будет бомбаж. Вот как, вот как? Это жопа. Так, тихо. Да он что-то явно хочет. Бля. Ага. Мне что, мне надо машину расстрелить или что? Так, все, теперь начался бескомпромиссный
Какой-то прыжкодром, блин. Так, как видите, босс. И еще этого нам не хватало, сейчас еще босс будет. А, вот зря я... Так, а я его вообще задеваю, что-то у меня сомнения в этом. А, вроде да. Ай-яй-яй-яй, угу, понял. Ну вот тут я просто... А, он на крыше не может, понял? Ага, ага. Ну да, за 100 жизней мне явно будет недостаточно в этой игре. А, надо было... Угу. Так, это что у нас? Это был третий, сейчас будет четвертый, да? Так, контра продвигаются, они идут за свободой и эмансипацией. Заметьте, кстати, эмансипацией. Надеюсь, да нет. Так, все мужики контра... Роботы они или люди? То есть эмансипация в смысле роботов и людей. Так, хорошо. И даже чужой может быть контрой. То есть, ну, либеральные ценности тут как никогда, короче. Так, чужой рептилоид Плискин тоже один из новых членов нашей контры. И, ну... А, так, вот это вот... Так, погодите, как это у нас избавлялось? Эта штука... Там, на самом деле... Так, тихо. О, вот так. Так, у нас запись-то идет. Да, идет. Блин, потерял одну жизнь вот из-за глюка. Ну ладно. А, вот это... Блин, вот те, кто такие уровни делают, для них, как говорится, специальное место в аду. Ну ладно. Еще со времен Дэнди эти Бэтлтопсы и Дабл Драконы. А, вспомнил. Это не обязательно мгновенная смерть. Блин. Да, вот тут... Ай-яй-яй-яй. Так, не, ну, ребят... Да-да. Еще со времен... Со времен этих, значит... Черепах...
боевых на дэнди, вот такие вертикальные уровни уже заранее вызывают просто отторжение. Да ёпа мать. Ну вот как тут успеть среагировать? О, аддок. Любишь аддок, люби холодок, да? Что это за крикозябра? И является ли это... О, музыка явно из первой самой контры. А вот эти вот... Ага. Так. Музыка из второй контры. Я вспомнил, это из супер контры, которая на денде. Там это было на один из последних уровней, эта музыка играла. Ну, по крайней мере, ее первоначальная форма. Тут уже речь идет о перепевках. Эх, немножко не дотянулся. Да ёшкин, вот это он... О, смотрите, как так получилось, даже любопытно. Самонаводящиеся-то остались. Так, нормально. Так, отлично. А, вот этот босс неприятный, я его припоминаю. Оно... Да, из него фиг. Ну вот как от этого можно было уклониться, черт побери? Вот как? Я просто не понимаю. Какие нафиг 50 жизней тут? Вот мне же нужно бегать с этой стороны. Как я могу вообще уклониться? Вот у меня вообще нет... Блин, такое ощущение, что будто тут... Блин, это жесть. Просто сливаешь и сливаешь. Да тут сколько угодно жизни можно слить. Ну еще так нормально, ладно. Так. Ну вот эмансипация началась. Это Лансбин боец. Ну, в общем, под прикрытием, как местная женщина. Он одиноко сражается внутри враждебной территории. В общем, никакой пощады чужим. Так. Так, 42 жизни, но я думаю... Ага, вот это тоже музыка из вот первых самых... Так, вот... Эска, это хорошо. Эска... На, подловили. Ай-яй-яй.
Ну, вот, если вы прошлую часть смотрели, моего прохождения Contra 4, то, в принципе, наверное, думаю, вы согласитесь, что эта часть, ну, поскромнее будет. Нет тут столько, такого количества и отсылок, и... и всевозможных приколов. Блин, как бы вообще не оказалось. Вот, это... ай-яй-яй, что-то я вообще обнаглял. Блин, тут проблема в том, что вот мне бы встать и стрелять в одном... А, во! А, ну вот, видите. Точка... невозврата. Это опять же... Это у нас отсылка к финальному боссу первой контры. Такое сердце окруженное... яйцами чужих. Да ё, ну как так можно? Тут, конечно, никаких... Так, тихо. Тут делается это вот так. Сохранение мы тут же загрузкой. Что-то там у эмулятора не совсем... А, о, ну, знаете. Вот это место, это вообще... Это, ребята, единственный способ, это место, где единственный способ выжить, это взять правильное оружие. Блин, тут иных вариантов просто не бывает. Потому что, ну, тут вообще ад начинается. По головам вроде и можно пропрыгать. Но, блин, далеко не всегда. Вот опять же, такое место, где ты теряешь просто кучу жизни. Ага, 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 ага. Так, ну это уже... Так. О, круто. 30 жизней. Что там остается? А, босс. Так, я сохранюсь. Это финальный босс, и у меня 32 жизни. Вот такая короткая, значит, это контра, но совсем не факт, что я смогу его, что хватит мне здоровиться. Так, ну тут творится форменное безумие, опять все начинается. Капец. Так, ладно. Да, блин. Этот... Это... Ну вообще пипец. Да тут я даже... Блин.
А, капец. О! Да неужели? На 23 жизнях. Stage clear. И это конец, по идее. Ну да, на Луну прилетел вертолет, все как и в прошлой части. Еще и, значит, с какими-то этими. Ну да, вот пока. Итак, значит, у нас шеф Саламандр, бла-бла-бла. Что это за Че Гевара вообще? Так, ты сделал это, поздравляю. В общем, восстановил мир в галактике, в общем, волосы стали гладкие, шелковистые. В общем, мы будем полагаться на контру. А теперь можешь идти спать опять, пока. И он опять залезает в свой, значит, криогенный аппарат, да? Все, спи хорошо. В общем, работа сделана. О, господи, сколько можно? Доброй ночи. Итого, 24 жизни у меня осталось от 100. То есть где-то 76 жизней я потратил на полное прохождение. Ну, естественно, ничего без какой-либо тренировки такой серьезной. Так, ну и тут можно промотать. Ну, вроде бы это. Вот после этой части уже следующая выйдет, по-моему, на PlayStation уже 4. Нет, 3, 3. Но ее уже записать так просто не получится, конечно. Так, все. Ну да, все. Mission complete. Так, это у нас Плискин, и вот он говорит, что твоя миссия еще не закончена. Я ждал этого момента. А, это она была, шеф Саламандр. Зови меня Ньют. Так как ты наблюдатель, позволь спросить. Многие из контр были убиты. Как ты себя чувствуешь? Я чувствую себя великолепно. Я уверен, что галактический президент одобрит их жертвоприношение. Ты меня хочешь уничтожить? Нет. Может быть, по крайней мере, мы должны работать как команда. Его зовут Плискин. Бла-бла-бла, элитные воины. Все понятно. Ну все, в общем-то, на этом можно заканчивать.